Летние кинотеатры в Люберцах начнут свою работу в мае. Первые сеансы под открытым небом жители увидят уже 21 мая в парке на Наташинских прудах, а 27 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Сезон летних кинотеатров в Люберцах откроет кинокартина «28 панфиловцев». Ее люберчане увидят в воскресенье 21 мая. А 27 мая под открытым небом зрителей ждет еще один фильм «Яна плюс Янка». Сеанс состоится в Центральном парке культуры и отдыха. В репертуар летних кинотеатров войдут как советские, так и современные мультики и фильмы. В частности, люберчане увидят картины «Экипаж», «Битва за Севастополь», «А зори здесь тихие», «Три богатыря» и «Морской царь» и многое другое. На протяжении всего лета жители смогут смотреть фильмы под открытым небом в хорошую погоду. Все сеансы будут проходить в выходные дни. Начало в 21:30.